Всем привет, с вами Шет, и сегодня мы с вами поиграем в игру Plague Inc. Эта игра есть на мобильные телефоны, на планшеты, на iOS, Android и все такое. И я немножко охренел, когда узнал, что она есть на компьютере. Я вот только сейчас увидел, буквально вот пару, не знаю, полчаса назад я увидел, что она есть на компе, ранний доступ, бета-версия, и решил в нее поиграть, потому что я в эту игру просто дико задротен на телефонах. Вот видите, даже ссылочка есть для телефонов. Забавно. Вот, она очень крутая, очень забавная и клевая. Суть в том, что ты играешь за какую-то, ну, выбираешь болезнь, развиваешь ее и должен захватить весь мир. Начиная от самой маленькой там мелкой страны и захватываешь, чтобы всех убиваешь. И нужно, чтобы люди не смогли сделать лекарства, чтобы люди выжили, и чтобы твоя бактерия размножалась и убивала все и вся. Что ж, тут есть много разных режимов всяких, вот, смотрите, есть разновидности. Есть бактерия, есть вирус, есть грибок, есть паразит, есть еще какая-то фигня, нановирус, ну бла-бла-бла. Короче, они все открываются по мере прохождения, то есть, ну, сначала нужно, допустим, пройти на среднем уровне сложности бактерию, потом откроется вирус и так далее. Так, это вот гены всякие дополнительные, можем добавлять их, улучшать, но они тоже открываются по мере прохождения игры. То есть я ее только что, вот только поставил и сразу хочу записать видео, хочу сделать это все. Надеюсь, я смогу за определенное время суметь захватить и убить весь мир. Так, сложность игры делаем нормал. 67% людей моют руки, доктора работают 3 дня в неделю, больные люди игнорируются. А если брутал? А, ну заразные в смысле люди. Так, очень сильно, короче, постоянно моют руки, доктора никогда не сидят дома, больные люди запираются в тюрьму. Ну нет, я лучше на нормале. Так, и давайте назовем игру Майнкрафт. Не игру, пардон, а бактерию. Наш Майнкрафт захватит и убьет весь мир. Добро пожаловать в Plague Inc. Ты новая бактерия, для того, чтобы победить, тебе нужно заразить и распространиться по всему миру, убивая всех людей. Ну, короче, быть самой крутой заразой. Так, выберите стартовую локацию. Да, мы это знаем. Короче, для начала нам нужно выбрать страну, в которой мы появимся. То есть первого человека, в какой стране у нас будет заражен. Нужно желательно выбирать самую такую небогатую страну. То есть если мы выберем, допустим, США, там высокий уровень здравоохранения и очень богатая страна, и нас там, ну, скажем так, нам очень сложно будет развиваться. В России, ну, Россия то же самое, Европа то же самое. Так что, пожалуй, о, Китай. Ну, Китай большая популяция, но не знаю, ладно. Давайте, наверное, возьмем Индию. В принципе, не считается не самая богатая страна, с не самой лучшей здравоохранением. Не самой лучшей системой здравоохранения. Так, начинаем там. И что ж, уже двое, видели, уже двое заразились. Так, Майнкрафт это инфицировал первого человека, слабый и привык к горячим высоким температурам. Вам нужно развивать вашу цепочку ДНК для того, чтобы заразить больше людей. Окей. Смотрите, уже троих людей заразил, обалдеть, уже трое. Так, давайте ускоримся, чтобы быстрее все шло. Видите, как все тут круто, у нас есть типа план мира, можно так глобально вот так летать, захватывать. Так, поп оранж. А, окей. Кружок рыжего ДНК, это бонусы. Окей. Так, Майнкрафт распространяется от человека к человеку в Индии и будет расти по экспоненте. И вы можете контролировать инфекцию для... Ну, можете, короче, контролировать развитие инфекции. Что ж, за каждое количество определенно зараженных людей, Новая Зеландия, центр магнит... Бла-бла, окей. За каждого там определенное количество зараженных людей вы получаете вот такие очки ДНК тут снизу. И за них вы можете развивать свою болезнь. То есть вот можете добавлять симптомы к ней, там, я не знаю, кашель, еще что-нибудь. Способности у нас, вот, она может быть приспособлена к холодным температурам, она у нас приспособлена к высоким температурам. Так что, по идее, это нам качать не обязательно, но кто его знает. Далее, трансмиссия, ну это распространение. Давайте сделаем, наверное, птицы. У нас есть 16 очков ДНК, нам нужно 12. Отлично. И в птицам птицы начинают становиться разносчиками инфекции. И ускоряется распространение на суше. Так, вы бла-бла накопили, окей. Наверное, нужно подсказки эти выключить. Да-да-да, я понял. Так, уже 80, 99, 100. Смотрите, как быстро растет. Уже 150 человек заразил. Так, информация страны. Для того, чтобы найти больше информации о стране, нажмите на имя. Нажмите вот сюда. О, прикольно. Мы заразили, короче, 1% Индии. Вау. Слушайте, а на компьютере все прикольнее показано, чем на телефоне там. Проще. Ну, как бы, точнее, больше полезной инфы. Это здорово. Да я понял, господи. Все, перестаньте. Я подсказки свои. Все, на автопауз гейм. Нет, все. Не хочу этого знать.
Ну что ж, так, у нас тут Китай. У нас Индия пока постепенно заражается. Уже почти 1000 человек заразились в Индии. О, да, детка. Ха-ха-ха. Пардон. Так. Постепенно собираем и улучшаем нашу бактерию. Так, птички. Давайте, наверное, добавим влажность. Индия — это влажная страна. Давайте добавим распространение по воде. И по скоту. Ну. А, блин. Стоп, у меня же их 10, или мне кажется? Вот, да. И распространение, то есть скот становится заразным и тоже способствует развитию инфекции. А, Майнкрафт мутировал. Ой, блин, он мутировал. Нет. А, он мутировал и приобрел симптом кашель. Знаете, вот это не стоит делать, то есть в начале вся фишка игры — это по стелсу. То есть сначала должен захватить как можно больше, заразить как можно больше людей. То есть, смотрите, если мы сейчас сделаем так, что наши зараженные будут кашлять там, плеваться, не знаю, там еще что-нибудь будет, то нашу болезнь довольно быстро обнаружат. И несмотря на то, что мы в Индии, то есть... Ай, что-то упало. Ну, не суть. Во, и пошло распространение. Ну вот, довольно быстро обнаружат болезнь. Но так, нужно сначала не развивать симптомы, и постепенно, видите, заражаются люди, заражаются все больше. Китай заражается. Что у нас тут? Иран. О, на самолетах стали летать. Ёлки-палки. Так, я, пожалуй, сделаю помедленнее. Что-то как-то слишком быстро все происходит. Ну вот, и так, видите, вот эти пути, это значит, вот из аэропорта в Индии там начали заражать другие места. Так, сейчас Майнкрафт начинает распространяться по миру. Используйте используйте информацию о мире, чтобы узнать, сколько он вообще заразил. Уже... Почти 1,5 миллиарда зараженных. Ёпаю. Мы заразили США. Ребят. Как-то это слишком быстро происходит заражение. Ладно. Самое главное сейчас — это не спалиться. Да, опять ты кашель развил. Да хватит уже кашлять-то, а. Так, способности. Давайте нашу бактерию приспособим к жизни вообще везде. То есть вот так. Вот это особое умение бактерий, они дают защиту от любых факторов. И вот это сопротивление лекарствам, то есть сопротивляемость лекарствам, чтобы заражать более богатые страны с лучшей инфраструктурой здравоохранения. Так, и, ну, давайте дадим ей уже защиту от холода, чтобы она смогла распространяться дальше. Так, погода во Франции очень хорошая. Для того, чтобы распространяться быстрее, вам нужно... Что там сделать? Блин, я не прочитал. Ладно, во Франции, короче, наша болезнь замедлилась. Это почему это? Так, во Франции высокая плотность населения, и это богатая страна. Окей, то есть нам нужно как бы высокую плотность населения затронуть. Давайте, наверное, урбанистические города заразим, то есть сделаем так, чтобы крысы стали тоже разносчиками инфекций. Тогда в больших городах много крыс, и ха-ха, все будут заражаться. Блин, не знаю, ребят, как вы отнесетесь к этой игре, но она... Это просто бомба, особенно на телефонах, там сидишь такой постоянно. Вообще кайф. О, куда поплыл? А, ладно, опять во Францию. Так, что ж, у нас Индия уже вся заражена. А Пакистан постепенно как-то так не спеша заражается. Так, UK, короче, Англию заразили. США. Как-то не густо, блин, почему так не густо в США с зараженными? Надо, короче, добавлять. Короче, нужно постепенно добавлять заразности нашей болезни. Так, вот, спасибо. Новые очки ДНК. Ну, можно ускориться. Ну что ж, в мире у нас сейчас мы заразили всю Индию, это как раз почти 1,5 миллиарда. Почти 1,5 миллиарда в Индии, охренеть, сколько, какая плотность населения. Так, и что ж, пошло заражение по Африке. Ура. Как там Рашка? О, Россия еще держится, Россия пока не думает заражаться. Ладно, у нас хороший иммунитет. Так, это что мы заразили? Так, блин, мутировал симптом. Да подожди, о-о-о. А, я не успел все подобрать, боже. Вот тебе и скорость. Так, подождите, давайте посмотрим, какой симптом мутировал. Нарывы, окей. Немножко, ну давайте, ладно, давайте уже постепенно будем давать кашель. То есть, ну, будем такой безобидной болезнью, но она
Но это добавит, короче, распространение. Так, и, пожалуй, знаете, я все-таки зря автопаузу выключил, потому что я просто не успеваю собирать бонусы. Во, как сразу стало расти заражение. Так, Minecraft Infect заразил больше людей в мире, чем Common Cold. Ну, короче, какая-то там простуда. Это... чем обычная простуда. Это очень-очень серьезная болезнь. Так, нас обнаружили, кстати. О, нас даже еще не обнаружили. Ребят, смотрите, статус No Research. Нет, ну, точнее, нет исследований, и нашу болезнь пока не запалили. Окей, и у нас тут заражено, вау. Мы заразили почти... довольно много, короче, заразили. Нам срочно нужно развивать распространение. Давайте вот так сделаем. Всякие насекомые, чтобы стали заразными. Так, в самолетах, чтобы переносилась зараза. И давайте собирать бонусы. О, господи ты, боже мой. Выглядит-то жестко. Китай сразу заразился весь. Блин. Я не успеваю. Собирать бонусы, блин, пальцем тыкать это проще, чем так. Так, некоторые что... Казахстан отправляется от шторма. Хорошо. Так, вот все новые и новые страны заражаются. О, Майнкрафт мутировал в... не получил чихание. По идее, сейчас должно еще больше усилиться заражение. Так, нас... Саудовская Аравия стали работать над нашей болезнью. Блин, ее нашли и стали лечить. Это плохо. Так. Ну еще, ладно, еще примерно 1011 дней для того, чтобы нас смогли вылечить. Но у нас пока только чихание. Мы пока безобидные, мы пока всего лишь чихаем и кашляем. Так, опять удар по Северной Америке. Отлично. Ну просто удар... ничего серьезного, просто шторм. Блин, я хочу заразить Гренландию. Гренландию очень нужно заразить, потому что она... ну, в ней... ее можно заразить, короче, только через вот этот порт. Блин, это серьезно. Давайте по воде распространение увеличим и давайте добавим холода. Так, и сопротивление лекарствам. Да, детка. Так. Блин, он опять мутировал или симптомы. Вот болезнь, она сама еще мутирует, то есть нужно смотреть ее, контролировать. Лимфоузлы... Не-не-не-не-не-не-не, пока нам не нужно быть летальным. Короче, это дало что-то нам такое... летальные исходы может давать. И давайте нарывы уберем, как-то они слишком палевные, по-моему. Вот, постепенно так просто спокойненько развиваемся. Вот тут у нас почему-то мало инфицированных. А вот здесь у нас в Перу тоже мало. Гренландия пока... блин. Гренландия вообще пока еще не заражена. Так, тайна лондонских Олимпийских игр. Тайна все еще распространяет... ну, решение все еще не принято, будут ли проводиться Олимпийские игры в Лондоне. А организаторы обещают, что это произойдет скоро, но нет причин... ну, короче, нет причин для того, чтобы что-то изменилось. Ладно. Так, пока у нас Центральная Европа заражается, Украина заразилась, Швеции пока мало. О, да, детка, наконец-то! Да! Заразил Гренландию. Ну все. Да. Воу-воу-воу, в мире осталось почти 2000 дней до поиска лекарства. Ну и по идее мы заразили все страны. Да-да-да, все страны заражены. Теперь можно начинать постепенно убивать. Цунами в Египте, бла-бла-бла. Ну, сейчас давайте сначала разовьемся, чтобы они довольно большую часть населения заразили. И мы наберем очки для... очки ДНК. Так, пневмония. Ого, у нас уже пневмония начала развиваться. Ну, ладно, это фатально для жителей... ну, плохо для жителей в холодных странах. Так, ну вот Гренландия сейчас стала, чтобы нормально заразилась, потому что все остальное, смотрите, уже красное. Ха-ха. Давайте, гренландцы. Но вас там должно быть... сколько у вас там всего населения? Вас 56 тысяч, а я заразил всего 3%. Маловато. Маловато, нужно заражать больше. Нужно заражать сильно больше. Во-во-во-во, как пошло, смотрите. 12... все. Короче, начинаем убивать, ребят. Нам уже, в принципе, пофиг на распространение. Распространение уже можем просто откатывать эти очки, и мы получим обратно еще несколько очков ДНК. То есть их хватит нам для развития. Еще там нескольких вещей. Так, все это отменяем. Да, у нас уже болезнь достаточно развита, чтобы
чтобы спокойненько распространяться самой. Мы теперь можем ее только с помощью симптомов уже распространять. Так, ну что ж, теперь давайте делать так. Кислота. Ну, короче, пофиг. Не буду вдаваться в подробности, просто будем добавлять всяких ништяков. Так, это ухудшит распространение, бессонница, там все дела. Вот это добавим. Ой, ребят, все, короче, знаете, я даже не буду говорить, что я добавляю, потому что я сейчас добавлю очень много всего, и люди просто охренеют. Так, нужно для развития еще добавить, чтобы она распространялась быстрее. Вот. Ну, в принципе, наша бактерия уже довольно сильная. И смотрите, смотрите на... Да все, мы поняли. Смотрите на смерть. Так, 10% лекарств. Боже, хоть бы они не успели лекарства изобрести. Да все, мы поняли. Все там борются с болезнью. Наша болезнь убивает уже... Уже било уже 69 миллионов. Блин, да хватит. А, нет. Так, они начали летать по миру и искать лекарства. Так, наша болезнь уже убила... Да хватит. Майнкрафт убивает очень быстро. Майнкрафт реально убивает очень быстро. Так, исследования все еще проходят. 23%. Блин, ну, короче, эти все всплывающие окна, они достали. 25% лекарства уже выполнено. Эй, полегче, вы там не спешите. Короче, наша болезнь уже убила 1,5 миллиарда. О, да. Нормальная жизнь в Южной Америке начинает ломаться из-за Майнкрафта. Господи, Майнкрафт захватил мир и убивает его. Ай, жесть какая. Смотрите, он уже убил 2 миллиарда. Он убил 2 миллиарда людей. О! Ну все, ребят. Бай-бай, вы трупы. Так, Майнкрафт это... Ну, бла-бла-бла, короче, не суть. Он убил уже 34%. 34%, осталось 65, и все заразные. Не осталось ни одного живого человека. Ни одного незаразного человека, ребят. Он убил половину. Да все уже, может не летать, ребят. Вы все, вы трупаки. Давайте сейчас еще сильнее добавим симптомов побольше, чтобы уж наверняка. Вот Майнкрафт, вы чихаете, кашляете, от него у вас начинается аритмия, вы впадаете в кому, ваши органы отказывают. Короче, ребят, не задротьте в Майнкрафт. Он убил уже 4,5 миллиарда. Индия первая упала, ну, короче, впала в анархию из-за Майнкрафта. Ну, Индия... Ну, там уже осталось-то 200 миллионов живых, всего лишь. И он уже убил половину. Лекарство разработано на 50%, а Майнкрафт убил не половину, точнее, а 5,5 миллиардов. И осталось всего лишь миллиард людей. Всего лишь 1 миллиард людей жив. Ой, ребятки, да вы уже все. Вы можете уже не летать, не посылать никакие самолеты никуда. Тем более в Египте. Все. Вы все позакрывали аэропорты, вы все позакрывали, но, ребят, вы уже умрете, да, детка? Относительно, знаете, жесткая игрушка, потому что вы можете, допустим, прикиньте, если мы вот так играем в эту игру, если это вся вот эта база данных, она собирается, допустим, отправляется к какому-нибудь злому гению, который хочет захватить и поработить весь мир таким способом. И, короче, он мало того, что сделал игру, в которую, так, осторожно, в которую играют миллионы, и он сделал, да, наверное, миллионы, он еще и получает с того профит, и у него будет офигенная стратегия, как можно захватить мир с помощью болезни. Конечно, я не думаю, что это когда-нибудь случится, но, тем не менее, черт не шутит, кто его знает, как все будет на самом деле. Ну, мы пока просто играем и наслаждаемся, ребят. Осталось всего лишь 2 миллиона выживших, лекарство разрабатывается на, разработано 54%, и просто некому уже его разрабатывать. Смотрите, мы уже убили, блин, мы полмира уже убили. Ха, жестоко. Бла-бла-бла-бла. Так, давайте еще добавим симптомов. Почему бы и нет? Я уже даже не знаю, что это такое. Я не помню, как это все переводится. На телефоне там русская версия, но... Пофиг. Все равно. 500 000 осталось. Майнкрафт убил весь мир. Ребят, осталось 1% выживших. Скажите свои слова напоследок. Вам нравилось жить? Вам нравилось жить? Я думаю, да. Ой, да ладно. Спасибо за ДНК. Так, осталось 2000 выживших. Кстати, ребят, вот вам, вот именно вам, зрители, офигенный плюс. Вам напоминание, мойте руки, будьте, не знаю, следите за гигиеной, чтобы не заразиться какой-нибудь хренью и не умереть. Так, наша болезнь убила весь мир, у нас открылся вирус, а наши очки, количество наших очков 8530. Ребят, я оставлю, наверное, ссылку на игру в описании, вы в Steam можете ее скачать. Купить, там ранний доступ есть, или еще на торрентах она есть.
Вот, проходите, играйте и посмотрите. Давайте и пишите в комментариях, сколько у вас будет очков. Рассказывайте о видео друзьям, если вам понравилось. Если вы хотите видеть еще большую стратегию в эту игру, или стрим, или я не знаю, что-нибудь, короче, вот по этой игре. Она довольно странная, но довольно захватывающая, как мне кажется. Вот, на этом все. И ставьте пальцы вверх, короче, пишите все в комментариях. Я буду читать, мне это очень интересно и важно. Всем до встречи, всем пока!